Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты че? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спор, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, дети, как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да все переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть клочья не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в тоннеле. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Э, Семён, дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артём. Гроза кревет. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Семён, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, и еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Семен, ты вроде в движках что-то смыслишь. А че там у тебя? Да шут его знает. Вчера еще порядок был, а тут все одно как чахоточник какой. Кашляет, дымит. Может, свечи? Ну давай глянем. А не карбюратор? Да с чего? Ну, мама, ну когда клюнет? Ну подожди. Вернулся вчера с Октябрьской с братанами. Короче, пока были, заглянули в их цирк уродов. Ну чё ты тут затор устраиваешь? Проходи. Ну короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. Ну типа гвоздь программы. Ночной ужас. Вроде мелкий такой, да ходя. Вы что-то хотели, молодой человек? Выбирайте, все свежее. Эй, молодой человек. Да-да, вы не выделите. Может, судите еще патрончиком. Душевно благодарю. Душонка, душонка, свежая душонка. Маслины? Есть, но только... Да нет же сил уже! Да что за дохлятина? Дума! Душонка, душонка! Хоть бы к стенке отошел! Парень, подкинь патрончика. У тебя-то полно.
Эх, побольше бы таких гостей, как ты. Опять икра. Спасибо. Я уже ее видеть не могу. Ты бы мне хлебушка достал. Забьется, что он все может. Если все попадут, без разницы, да его, он и стену не попадет. Да все же реально. Ну смотри, забились. Молодец, держи патроны. Может, поднимем ставки? На позицию. Разбираем перышки, пацанчики. Сам правил, бриться можно. Покупайте наггетсы. Но если попал же он! Сразу дураку везет! Явно! Я не держал поход! Секс лучше! Косой! Ты что меня... Вот я ему попал! Всех почти прибил! Во дает! Пацаны, надо кому волыну! Есть реально все! Молодец! Держи патроны! Может, поднимем ставки? Заходи! Хреначат как надо! Сам проверял! Погубайте! Налетайте! Разбирайте! Ты отрезаешь и выпускаешь! Ты какой? Сейчас точно мозг! Реальных пацанов! Нет, ну ты чё? Грел! Опять попал! Специальные цены на меню! Это уже интересно! Без мазок! Он и всё не попадёт! И тикают! Ё-моё! Снайпер, блин! Пацаны! Надо кому волыну! Есть реально все. Ну ты дал, стрелок! Держи! Вот специальный приз! Обычно мишеней до вечера хватает! Ну да ничего! Гриль простаивать не будет! Есть маслята, перья, взрывчатка! Свежая поставка! Ну хватит, хватит! Что случилось? Мой Мишка! Мама, Мишка вернулся! А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Ему этого Мишку самим сверху принес. Игрушек здесь, сами понимаете. Вот он принес. А кому наггетса? Мясо свежее, только что бегало. Покупайте наггетсы. Тёлок не калечить, ясно? Браво, на! Из типа! Специальные цены на меню. Большие скидки. Самое свежее мясо. Покупайте. Вот дает! Эй, а деньги? С бугра местного спроси. Брысь! Ни коммунизм, ни разу. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да чё ж такое? Всем корешам за так дай, а патроны всё равно гони. Чё это за жизнь-то такая? На кой оно мне всё? Лучше я в колхозе осталась.
Ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с Кислым и дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик! Двинули дальше, дело не ждет. Что за... Чего, кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Устраивайся поудобнее, сладенький. Красавчик, вижу, что понравилось. Если хочешь еще, так и говори, не стесняйся. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда тут, рядом. Сиськами, сиськами потрясинно. Свежая поставка. Наггетсы из самого свежего мяса. Маслята меняю, продаю, покупаю. Большая скидка. Пацаны, надо кому волыну? Есть реально, все, подходи. А кому наггетсы? Мясо свежее. По рукам, брател, с этой волыной наведешь шорох. Реальная волына для реальных пацанов. Налетай, разбирай! Специальные цены на меню! Большие скидки! Давай, братуха! Покупайте! Налетайте! Разбирайте! Да что ты паришься? Успири аккуратно! Пацаны! Мы можем стрелять! Надо кому волосы! Если реально, все, подходи!
руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суть! Артём? Ах ты, сука! Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебя отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Надевай! Это тебе мой презент за бандитов.